boca do nada. Сейчас без 5:11 и опять низкая вода, и вот видно, куда в среднем доходит вода Темзы при высоком приливе. Вот где зеленая наверху, то есть это плюс 7 метров, вот там видно четко на здание 7-8 метров, ну а когда больше, то тогда flood barrier, барьер против наводнения закрывается внизу Темзы, просто ворота закрываются и препятствуют проходу воды. А вот эти металлические штуки, которые держат. Башни. Здесь он подписной. Ну, здесь вот пример machinery. Это котлы, наверное. Я так думаю, что это котел. Да, это совершенно точно котел. Это бойлеры. Вот как они устроены. Это бойлеры. И эти бойлеры нужны, чтобы производить пар для того, чтобы моторы работали. То есть моторы движутся паром. В этих вагонетках возили уголь для того, чтобы вот эти бойлеры питать. И чтобы впоследствии... Вот как это работает. Потрясающе. И вот это все уже... Вот этот вот мотор работает на пару. Victorian Engineering Example. Да, рукав такой попадет и привет. Да, вот такой вот моторчик. Гаечные ключи, которыми это все оперировалось. Вот моя рука. Практически. Вот видно, ключ как ладонь. Такие инструменты. Есть еще один мотор стоит, который уже не работает. Мы его просто обходим. То есть там, естественно, два мотора таких было. Один одну половинку, а другой другую. Вот это насос гидравлическая пауэра, hydraulic power.
каждый раз тут видео, которое показывает, как работает мост. Queen's Walk. Еще одна панорама Тауэра через Темзу. На этот раз. Белая башня отсюда отлично видна. И Little Manhattan. А дальше монумент великому пожару. Вон там золотая такая штучка. Так, а Сент-Полс отсюда не виден за этим. А, нет, вон, 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 он немножко просто не виден сам. И Tower Bridge, который мы только что посетили. Не знаю, дождемся ли мы сегодня на Темзе от Гринвича в 12, то есть через полчаса стартует гонка на баржах, Barge Race. Ну вот сколько они сюда будут плыть? Сегодня погода тихая, наверное, где-то минут 40. Еще одна панорама Tower Bridge. Мы никак от него не уйдем. Да, в общем, это один из самых знаменитых мостов в Европе. Нет, в мире, наверное. Отличный вид на White Tower. Многие думают, что White Tower — это и есть Tower.
Но это просто центральная башня Тауэра, она, правда, самая старая, а потом вот все остальное, построенное вокруг, это тоже Тауэр.